Охрана Барнаульского дворца культуры не часто слышит такие смелые и громкие выступления. Звуковой вибрации не выдерживает даже наша аппаратура. Зритель в зале делится на две категории – равнодушно наблюдающий и счастливо подпевающий. Последних, к счастью, больше. Сибирский музыкальный конкурс впервые провели в 2012 году. Тогда он назывался весьма просто «Снимем клип на халяву». Известный артист, профессиональный исполнитель Виталий Гасаев в числе жюри еще до начала конкурса, он признался, ждет от музыкантов драйва и по-доброму им завидует. Думаю, блин, вот нам бы вот тогда вот такой свет, такой инструменты, аппаратура, чтобы такая была. Но у ребят все есть, самое главное, чтобы у них желание было. Все музыканты исполняют исключительно авторские песни. В жанрах участников не ограничивали. Вот, например, яркая, необычная группа из Новосибирска играет легкий рок. На сцене кахон, инструмент, очень похожий на простой деревянный ящик, виолончель, альт, бас, гитара и акустика. Фестивалей на самом деле много, но попасть не просто. Всегда жесткий отбор. Как вам главный приз? Удачный. Удачный приз достался группе из Барнаула под названием Red Solo Cup. Организаторы конкурса помогут ребятам снять качественный клип. Ну а 12 июня, в День России, лучшие музыкальные коллективы Сибири вновь выйдут на одну сцену. В Барнауле на площади Сахарова состоится гала-концерт победителей. Спасибо. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.